Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас на странице 75 мы выполним задание под номером 3. С помощью учебников пиши цифровые данные в текст. Используй их для доказательства необходимости охраны почвы. Образование почвы – очень медленный процесс. 1 сантиметр почвы образуется в природе за 250-300 лет. 20 сантиметров почвы образуется за 5-6 тысяч лет. Вот почему нельзя допускать разрушение, уничтожение почвы. Смотрите, как долго образуется даже 1 сантиметр почвы. 250-300 лет нужно для этого. А разрушить почву можно очень быстро. Когда начинают строить дорогу, завод или жилой дом, то сначала для этого необходимо снять слой почвы. Этот слой почвы можно будет потом использовать, например, при озеленении территории. То же самое можно делать и перед добычей полезных ископаемых в карьерах. Когда использованный карьер закапывают, а делать это необходимо, слой почвы можно положить на прежнее место. Надо, чтобы эти важные правила строго выполнялись. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.